Выступаю как председатель Ассоциации коренных народов Камчатки, ведущего региона России в области рыболовства, где действует порядка 350 рыболовных общин коренных народов. Российское законодательство устанавливает приоритет традиционного рыболовства перед промышленными и иными видами. В то же время механизмы обеспечения такого приоритета требуют совершенствования. В их числе совершенствование подходов распределения лимитов на вылов особо ценных видов рыб, а также исключение возможных ограничений по видам орудий и сроков вылова. Они могут возникать из соображения охраны особо ценных популяций рыбы, так и вследствие желания промышленного лобби увеличивать свои лимиты за счет сокращения наших. Вопрос фактического доступа к наиболее ценным и экономически рентабельным биоресурсам ключевой для традиционной экономики и поддержки своих уязвимых групп – инвалидов, старшего поколения и детей. Решение этого вопроса требует достижения многостороннего консенсуса, выработки сложных правовых механизмов, различных методик и экспертных обоснований. Российская ассоциация коренных народов, благодаря партнерским правительственным структурам, включая Федеральное агентство по делам национальностей, а также представителям коренных народов в обеих палатах законодательного органа России, смогли запустить процедуру изменений в соответствующий федеральный закон. Однако перспективы предложений в нашей редакции после прохождения всех экспертиз пока непонятны. Это требует от нас продолжать работу, в том числе используя свое присутствие в советах представителей коренных народов, при региональных правительствах и в территориальных советах по вопросам рыболовства. Для успешного решения этой задачи на национальном уровне необходимо расширение полномочий и общей роли коренных народов в совещательных органах принятия решений, связанных с охотой и рыболовством. Позвольте рекомендовать экспертному механизму при участии ФАО провести соответствующие исследования. Также я хотел бы задать вопрос панелистам. Какие дополнительные меры необходимы для укрепления потенциала участия коренных народов в принятии решений при осуществлении права на рыболовство? Второй вопрос. Как вы оцените проблему доступа коренных народов к современным орудиям и средствам добычи биоресурсов, в том числе и в контексте их возможных ограничений исключительно традиционными формами? Благодарю за время.